О наступлении нового 5784 года говорили сегодня на Авторадио. Эта впечатляющая своей величиной дата наступит в нынешнюю пятницу вечером по иудейскому календарю и будет ознаменована праздником Рош-Ашана. Раввин Биробиджана и ИАО Эфраим Колпак объяснил, откуда такие цифры. Еврейский Новый год считается от сотворения человека, Адама. Всем известный библейский сюжет. Так вот, да, Адам был сотворен 5784 года назад. Вот, да, сегодня вечером будет. Вот такой день рождения. Момент сотворения человека зафиксирован в неоспоримой для иудеев Торе. Празднование продлится 2 дня. Во время них очень важно быть в синагоге и услышать трубление в специальный рог – шофар. Его звук, словно детский плач, позовет отца. Кроме того, все желающие смогут услышать шофар на набережной Беры в воскресенье в 18 часов. По многовековой традиции, Ребе пожелал всем на праздник Рош-Ашана сладкого года, хорошей записи и печати в книге жизни. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин, Новости 21.